Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Будет гроб из страз. Басков взял ответственность за похороны Киркорова. Филипп Киркоров вновь заговорил о грядущей смерти и выразил свои пожелания на этот счет. Николай Басков поддержал решение друга и пообещал позаботиться о похоронах. Король российской эстрады Филипп Киркоров привык блистать как на сцене, так и в жизни. Артист поддерживает экстравагантный имидж из года в год, не собираясь с ним прощаться ни на минуту. Певец решил добавить нотку гламура даже в собственные похороны, которые уже планирует. В эфире шоу «Ты не поверишь». Филипп Киркоров объявил о необычном дизайне своего гроба. Мужчина намерен лечь в похоронный атрибут из сверкающих кристаллов, а Николай Басков пообещал ему в этом посодействовать. «Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — сообщил исполнитель хита «Зайка моя». Николай Басков оценил желание давнего друга. По словам натурального блондина, Филипп Киркоров уже просил его оплатить ему гроб из дорогих синтетических камней. Золотой голос российской эстрады согласен исполнить желание экс-супруга Аллы Пугачевой. Кроме того, Филипп Киркоров снова напомнил о том, что хочет быть похоронен на одном кладбище с Николаем Басковым. «Звездные мужчины очень близки, поэтому не хотят терять связи даже на том свете». Николай Басков не противится решению товарища разделить с ним погост. «Артист намерен все устроить по желанию друга, если Филипп Киркоров умрет раньше него. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.